Привет всем! Ну что ж, как обычно, в Европе в начале декабря в продаже поступают две новые коллекции Kinder Surprise. И сегодня у нас первая из них, да, это коллекция «Тролли 2», посвященная выходу мультфильма «Тролли» второй части «Мировое турне». И вот сегодня, как обычно, мы будем распаковывать раз в три дня по 7 киндер-сюрпризов до тех пор, пока не соберем всю коллекцию. Как говорит нам киндер, в Германии в каждом 7-м киндер-сюрприз попадается коллекционная игрушка, так что проверим. Ну, в этом году не знал я, какую серию выбрать, поскольку вторая серия также очень-очень классная, и на данный момент это наш любимый мультсериал на данный момент в основной серии киндера, который вышел в Европе. Поэтому будем его также собирать, распаковывать в каждом каждые три дня по 7 киндер-сюрпризов, пока не соберем всю коллекцию, но заодно посмотрим, какая коллекция окажется лучше, и вообще, как где у нас больше будет попадаться интересных игрушек в коллекции для девочек и для мальчиков. Ну что ж, все киндеры взвешены, ну и посмотрим, как часто будут они попадаться. Итак, новая коллекция киндера. Первый у нас киндер 34,5 грамма. И надеюсь, что все-таки нам в первом выпуске сразу же попадется новая коллекционная игрушка, да, из серии «Тролли 2». Вообще посмотрим, как выглядит тогда эта коллекция. Итак, первый киндер у нас здесь нет. У нас здесь сборка, причем какая-то новая, да. Дело в том, что сборка также в декабре обновляется, да, добавляются новые сборки, игрушки. Вот здесь у нас серия «Go Move» добавляется. Так, такой у нас не было еще. Мы много распаковали в Enchantimals, да, которая была в предыдущей коллекции, и такой у нас сборки не было. Это уже какая-то вот новенькая сборка у нас попалась. Это так, какая-то вот такая вот игра, да, здесь у нас... А, игра, наверное, в память, да, запоминать. Наверное, надо вот так вот нажать и посмотреть панды, и тогда найти, где панды. Ну что ж, выглядит не очень плохо, очень даже сказать неплохо. Ну вот пока, к сожалению, да, пока что коллекционная игрушка нам не попалась. Ну, надеюсь, все-таки, да, не было еще такого, что в первом выпуске сразу не попалась у нас коллекционная игрушка. Давайте посмотрим второй киндер. Он у нас самый, ну, практически самый легкий, да, второй по весу, нет, третий по весу, 33 грамма. Тем не менее, он достаточно легкий, но все бывало у нас, и бывало, что и в легком киндере попадалась коллекционная игрушка, да, так, нет, здесь у нас серия «Природа», причем, нет, была такая, да, такая у нас была уже, ну, это нового сезона серия, но в Enchantimals мы даже собрали всю коллекцию, да, эту «Природу», вот такая вот у нас, это ленивец, да, ленивец на дереве, отличный мультик был, да, «Зверополис». И вот такой вот ленивец на дереве очень хорошо выглядит. Ну, да, к сожалению, сборка. Так, давайте следующий киндер-сюрприз. 32,3 грамма его вес. Ну, здесь уже может попасться, мне кажется, коллекционная игрушка. Очень даже может. Хотелось бы, конечно, увидеть, как выглядит коллекция «Тролли 2». Да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, сборка. Так, ну что-то пока что не везет. А так, такое у нас, мне кажется, не было. Это у нас тоже какой-то, как с раскраской, да, получается, игрушка. Как с раскраской, да, была у нас похожая уже сборка, но вот лисенок у нас, да, был вот этот красненький, но не было такого вот второго нашего зверушки. Как он у нас тут собирается, просто вставляется, да, как-то... Лапка. А, он просто становится, наверное, лапкой сюда вот. Нет, цепляется там, чтобы, да, такое вот у него крепление. Ну что ж, очень-очень хорошо выглядит. Вообще пластик в этом году прям такой стал какой-то блестящий, более симпатичный. Но вот так, пока что нам не везет. Ну, сейчас давайте следующий киндер-сюрприз у нас. Четвертый на сегодня весом 33 грамма ровно. Это самый тяжелый киндер-сюрприз сегодня. После первого, да, первый был самый тяжелый. 33 грамма киндер-сюрприз, и так, я все-таки надеюсь, что сейчас мы увидим, как выглядит новая коллекция «Тролли 2». Нет, снова, что ж такое, так, снова у нас наш
Наша сборка, да, точно такая же, как в предыдущем, хотя тут был на 0,7 грамма легче, но мы уже видели не раз, что шоколад также может отличаться на целый грамм. Так, ну давайте следующий. 29,5. Такой достаточно легкий киндер. Вряд ли у нас здесь попадется коллекционная игрушка. Но посмотрим. А, нет, сборка. Так, что-то у нас совсем не ладится с коллекцией тролли. Так, ну уже была такая сборка у нас. Не помню какого цвета. Просто браслет. Просто браслет. И здесь у нас, так, просто цепляется он и одевается на руку. Такая вот простая достаточно сборка. Ну что ж, давайте следующий киндер. Сразу 32 грамма. И это вот последний из таких, которые более-менее тяжелые. Поэтому, конечно, надеюсь, что все-таки здесь мы увидим коллекционную игрушку. Поскольку последним, ну, шансы прям не очень большие. Так, смотрим. Нет, здесь у нас девочка попадается, да, из коллекции. О, кстати, это была очень такая интересная коллекция. И у нас она вышла даже в Duty Free, где полностью ее можно собрать. У нас одна была девочка такая, ну вот вторая попалась. Очень хорошо, прям не хуже коллекционной игрушки, я бы сказал. Выглядит эта коллекция. Ну вот ее, повторюсь, да, специально выпустили даже в Duty Free магазинах в аэропорту. И вот так вот она выглядит. Очень-очень симпатичная. Так, ну что ж, последний киндер у нас сегодня. И, честно говоря, не знаю, что происходит. Но вот почему-то до сих пор у нас коллекционная игрушка не попалась. Итак, 29,1 грамм у нас. Последний киндер-сюрприз. Посмотрим. Так, ну, все бывает. Что-то там, по крайней мере, цельное. И да-да-да-да-да-да, нет. Ну что ж, друзья, к сожалению, здесь у нас бабочка, да. Бабочка, такая вот заколка, да, ну, так, куда-нибудь вешать для девочек. А, есть у нас еще и крылья у бабочки, да. Но, к сожалению, да, это не то, что нас прям вот очень-очень-очень интересует. Хотелось бы нам увидеть новую коллекцию все же от тролли. Так, ну вот так вот у нас бабочка цепляется, да. Так, ну что ж, друзья, к сожалению, не повезло. Ну, посмотрим, что будет дальше. Думаю, что все-таки, да, конечно, сейчас видео это в таком виде мы не будем выкладывать. Хочется, конечно же, думаю, всем увидеть новую коллекцию, поэтому попробую сейчас еще, попробуем все-таки сделать что-нибудь, чтобы увидеть новую коллекцию Тролли 2. Ну что ж, разобрался я, почему не попались нам коллекционные игрушки. И вот теперь у нас точно будет сейчас, мы увидим, как выглядит новая коллекция Тролли Мировой Тур. Дело в том, что в Германии вышло одновременно с двумя новыми коллекциями, еще вышли просто сборки, да, как в России, то есть упаковки, в которых только сборки попадаются. На них нарисована рекламная кампания «Призы на миллион» от Киндера, что купите Киндер, отправите чек, и можно выиграть разные призы. И поэтому вот такая запутанная ситуация, да, то есть получается, если вы видите эту рекламку, будете в Германии, если покупать, где «Призы на миллион», знаете, там нет коллекционных игрушек. Коллекционные игрушки есть только там, где есть вот прям плакат «Тролли», да, или вторая коллекция основная, которая вышла в Европе. Если плаката нет, то другой плакат, то это значит, там только сборки. В общем, лучше смотреть по дате. Но вот, к сожалению, пока что именно вот отдельных сюрпризов для девочек не видел я с картинкой, да, тролли. Поэтому вот я их купил, и там оказались действительно только сборки. А оригинальная коллекция основная вот продается уже. Об этом будет отдельный обзор, и вот там уже действительно по дате можно определить, где сборки, а где коллекционные, в каждом седьмом, конечно, сюрпризы коллекционная серия. Ну что ж, Тролли, мировой тур, ко второй части мультфильма, который выйдет в марте. Вот так вот выглядит коллекция, состоит из 8 фигурок. Ну и сейчас распакуем вот такие вот две коробочки из Германии. Первый выпуск у нас будет, и будем собирать тогда с помощью них коллекцию. Посмотрим, какую коллекцию мы быстрее соберем. Как обычно, распаковывая по 7 киндеров раз в 3 дня основную коллекцию, либо же вот коллекцию в киндерах для девочек, розовых киндерах.
с двумя гарантированными фигурками. Итак, ну, честно говоря, я не особый фанат мультфильма «Тролли». Напишите, может быть, вы нравится вам, да, этот мультфильм. Вот мы фанаты точно, чего фанаты, так это вот основной коллекции. Очень рады, что вышла именно эта серия, да, вот уже через день у нас будет обзор на эту коллекцию, поскольку это прям наш любимый мультсериал на данный момент. И, ну, в Европе очень популярный он, поэтому основную коллекцию, конечно, хочется собрать полностью. А вот «Тролли» такое как-то прошло мимо. Единственное, конечно, песню, все знают песню эту, да, с мультфильма, саундтрек известный. Ну, как-то так. Вот, кстати, у меня хотел показать весы, да, как выглядит. Некоторые спрашивают, как взвешивали киндеры. Вот такие вот весы. И можно тогда взвесить и по ним понять, сколько весит тот или иной сюрприз. Ну что ж, давайте посмотрим, как выглядит коллекция. Распакуем наши киндеры. Ну что ж, 4 киндера у нас в коробке, 2 фигурки у нас гарантированно. Ну давайте вот взвесим. Интересно все-таки, в каких весах у нас попадутся коллекционные игрушки. Итак, 30 грамм ровно у нас первый киндер-сюрприз. И посмотрим, будет ли там коллекционная игрушка или сборка. Ну вот в Европе капсулы все желтые. Поэтому здесь пока что по капсуле ничего сказать нельзя. И да, нет, нет. Или да, или нет. Вообще сборки тоже обновляются. Это вторая серия в Европе. Выходит она в декабре. Вот, и обновляются также и сборки. Вот у нас коллекция для девочек. Такой у нас не было точно еще сборки. Не попадалось. Когда мы распаковывали Enchantimals, это вот такой вот какой-то у нас... такого еще не видел. На палец одевается. Ну вот пластик, кстати, опять очень приятный пластик. В этом году прям такой необычный, блестящий пластик. Очень приятный такой на ощупь у киндера. Так, и у нас такое вот кольцо, да, получается кольцо. Как-то оно собирается у нас. Так. И как-то оно крепится, да, и еще одевается еще одна часть его. Так, не очень понятно, как это все может держаться. Ну, давайте сейчас разберемся. Ну что ж, как будто бы это просто вот такая фигурка из отдельных колец. Никак она не крепится, ну, по крайней мере, я не разобрался, как ее можно закрепить. Нарисовано, что можно вот их все взять и на палец одеть, либо 4 кольца отдельных. Ну, так себе игрушка. Ну, может быть, конечно, детям понравится, что сразу же у нас 4 кольца, да, в коллекции. Ну, вот такая вот новая сборка. Итак, следующий киндер-сюрприз надо обязательно... Так, посмотрим, взвесим. И вот он уже такой достаточно тяжелый, поэтому думаю, что здесь все-таки попадется у нас коллекционная игрушка. Да, 32,7 грамма он весит. Так, и здесь у нас, ну, достаточно тяжелый. Думаю, что все-таки коллекционная, конечно, игрушка попадется с таким весом. Итак, смотрим. Да, похоже, это коллекционная игрушка. Вау, так, смотрим, как же выглядит новая коллекция «Тролли. Мировой тур». И думаю, что она все-таки выйдет и у нас попозже, к выходу мультфильма в марте, середине марта. Ну что ж, вот так вот выглядит у нас коллекция. 4-8 у нас фигурок. И здесь у нас, так, какая-то красочная картинка, надо что-то отсканировать. Так, здесь у нас вот как раз эта картинка для сканирования. Не знаю, что надо делать. Наклеечки. Отсканирую, что-то будет, да? Ну, наверное, может быть, оживут фигурки. Какая-то игра, да, видимо, будет с этой фигуркой. Ну что ж, вот так вот выглядит наш герой. Я, кстати, не знаю, как зовут его. Так, и у нас здесь как-то это все собирается. Посмотрим. Ну, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Ну вот, повторюсь, конечно, больше мы фанаты основной коллекции киндера этого года в Европе. Прям жду с нетерпением, когда распакуем ее. И должна также выйти Макси. Вообще и тролли тоже выйдет Макси, но это уже будет к Пасхе, да, как обычно в Европе. К Пасхе выйдет Макси, к этой коллекции тролли. И уже вот скоро должно все-таки выйти к основной коллекции. Тоже киндер Макси. Итак, ну, что-то тут у нас прям сложно. И пояс, так что надо разбираться. Ну что ж, вот так вот выглядит коллекционная игрушка. Честно говоря, не знаю, зачем они этот пластик добавили. Выглядит она и так неплохо. Вот у нас
такие отчетчики есть у него, очки, да, и наклейки предлагают нам наклеить как раз вот такие на плащ, но пока что не будем это делать. Ну, честно говоря, не знаю, да, не знаю персонаж, как его зовут, ну, наверное, наверняка фаната мультфильма и, конечно же, преддверии второй части. Понравится такая коллекция от Киндера, поэтому, конечно, вот поэтому Киндер выпустил ее в этом году в Европе. И давайте посмотрим, какие у нас еще игрушки попадутся. Так, следующий Киндер у нас. Сколько он весит? 33 грамма ровно. И 33 грамма, значит, думаю, все-таки тоже коллекционная игрушка, поскольку такие достаточно большие фигурки у нас. Тролли 2. И да, судя по всему, тоже. И прям очень много деталей, смотрите, в этой коллекции тролли. Вау, тут прям выглядит все очень симпатично. Какой-то прям стеклянный киндер попался. Так, и здесь у нас, смотрите, немножко другая бумажка, кстати. Написано 2020 год, видите. И если здесь вкладыш был такой какой-то блестящий, то тут стал такой более какой-то матовый. Ну что ж, так, посмотрим, что у нас здесь происходит. Здесь у нас светящийся в темноте тоже еще один тролль. И как он теперь собирается, посмотрим. Так, выглядит очень классно. Такой, как из стекла. И так, вставляется у нас как-то, как на волне какой-то, на воде он. Так, вставляется у нас такой вот элемент. Прям как стеклянный, да, выглядит как стеклянный. И далее у нас есть у него такая вот светящаяся в темноте шапочка. Да, вот такая светящаяся шапочка в темноте. И у нас есть также... так, что это за перекладина? Он на ней, похоже, может качаться, да. А, это такое, как немного невесомости, да, наверное, находится он. И может на этой перекладине качаться влево-вправо. Ну что ж, выглядит очень-очень необычно. А как его качаться? Надо, чтобы он держать его, или он может все-таки... Сам стоит, да, сам тоже он может стоять. Вообще такая прям большая фигурка. Ну и вот снова у нас эта бумажечка, чтобы отсканировать приложение. И тогда, наверное, можно как-то играть с этими киндерами. А, ну вот так вот она у нас вставляется в этот элемент. Ну что ж, такой вот большой-большой киндер попадается. Ну и четвертый киндер-сюрприз. Тут нам, конечно, не попадется коллекционные игрушки. Хотя вот было у нас обзор однажды на новогодний киндер, где две должны было тоже попасться. В итоге все были коллекционными. Ну вот тут 28,7 грамма. То есть очень легкий киндер. И здесь у нас, конечно, вряд ли попадется коллекционная игрушка. Да, ну и тут видно, что это очень легкий. Это тут наши самолетики. Хотя вроде бы киндеры для девочек больше. Да, розовые киндеры. Но... Ну вот, видите, самолетик все-таки подложили. И это самая худшая сборка этого года. Вот такой вот непонятный вертолет, вернее, да. Ну, мы уже видели его много-много раз. И просто вот так вот бумажечки на него кладутся. И на этом все, да. Ну, еще наклеечка есть у нас. Ну, то есть, прям в лучших традициях прошлых худших серий Киндера в этом году этот вертолет перенял. И вот там... Такая игрушка, всего у нас их сколько в коллекции, наверное, мы даже уже и собрали всю коллекцию. Ну, так, посмотрим. Нет, тут не нарисовано сколько. Ну, наверное, штуки 3-4 у нас в коллекции. Ну что ж, давайте распакуем вторую коробку тролли, посмотрим, кто нам там попадется. Всего 8 игрушек в коллекции, повторюсь. Так, и вот две у нас уже. О, есть даже облачко, смотрите, облачко с микрофоном. Есть мексиканец. Ну, вот этот Купер такой самый, конечно, выглядит... Самым забавным выглядит из этой коллекции. Так, ну что ж, еще 4 киндер-сюрприза на сегодня. 2 из них коллекционные. 2 киндера должны быть коллекционная игрушка внутри попасться. Так, ну, давайте... Давайте распаковывать по порядку. Ну что ж, первый киндер-сюрприз из этой коробочки весом 32,5 грамма. Ну и здесь у нас, конечно, может оказаться коллекционная игрушка. Надеюсь, что все-таки без повторок сегодня. И половину коллекции мы
соберем сразу же в первой части. Так, и здесь у нас нет. Вот только сказал, и сразу повторка. Тот самый наш Купер попадается еще раз. Ну, уже не будем у вас собирать, отложим пока в сторонку. А, так, ну, значит, еще один шанс все-таки у нас есть. Следующий киндер 33,3 грамма. Тоже очень тяжелый. А, и посмотрим, кто у нас здесь попадется. Ну, все-таки надеюсь, что... Так. Так, здесь у нас сборка, да, похоже? Нет, это наш мексиканец, вау. Ну что ж, сразу же, получается, две коллекционные игрушки попалось. А, ну, есть, конечно, надежда после новогоднего выпуска, что все-таки здесь ошиблись и еще положили хотя бы одну фигурку. Так, мексиканец попадается. Ну, тоже неплохо, хотя бы не все повторки у нас. А, третий киндер. Здесь у нас мексиканец. О, вот такой вот он в шляпе белой. Выглядит неплохо. Не знаю, честно говоря, какие герои, пишите, какие герои вы помните с первой части, какие новые герои. Так, здесь у нас вот кактус есть. Кактус. Как он здесь у нас выглядит? Как-то он у нас... А, вот так вот в бок, получается, да, вставляется. Смотрите, он может вот так вот двигаться. И здесь наша бумажечка снова, да, вставляется уже в... Что ж там на сайте на этом, надо посмотреть. Вставляется у нас вот в этот вот разъем, да? Я так понимаю, ну как-то она тяжело вставляется, но вроде вставилась. Ну что ж, вот такой вот мексиканец нам попадается. Уже третья игрушка, получается, из коллекции, из 8, третья фигурка. Ну что ж, выглядит неплохо. Я думаю, что вот всем поклонникам мультфильма, конечно, должно понравиться. Так. И теперь следующий киндер у нас. Да, здесь у нас вроде как должны быть сборки, но хотя весит он 32 грамма. Тоже достаточно тяжелый. Может, все-таки повезет и попадется еще одна коллекционная игрушка. Думаю, что всем поклонникам мультфильма, конечно, понравится. Так же, как и основная коллекция, вот вышедшая в Европе в этом году, нам нравится, да, поскольку... на наш любимый на данный момент мультфильм она вышла. Ну вот, уже послезавтра начнем ее собирать. Итак, нет, здесь сборка, причем, гляньте, положили, получается, прошлогоднюю, да, сборку. Ну вот так вот, да, прошлогодняя сборка, уже у нас их столько было, этих увеличительных стекол, микс-арт. Здесь, в принципе, ничего интересного, просто вот такие вот непонятные стекла, трафаретики. Тоже одна из худших сборок прошлого года, на мой взгляд. Давайте наклеим наклеечку сверху. Да, жалко, что вот она почему-то попалась. Лучше бы попалась какая-нибудь новенькая сборка. Ну и последний киндер на сегодня. 33,3 грамма, тоже очень тяжелый. Может быть, снова мексиканец. Но все-таки, наверное, сборка. Давайте посмотрим, какая сборка попадется. Та-да-дам. Так, такой у нас уже был, похоже на него. Это у нас, да, такой у нас был. Это у нас микс-арт этого года, да. Здесь у нас вот такой вот листенок зелененький с картиночками. Вот видите, какой классный пластик, блестящий. Прям вот выглядит не хуже коллекционной игрушки. Сборка. То есть вот прям в некоторых сборках киндер постарался в этом году, а в некоторых, как, например, вертолетики, прям... Совсем не постарался. Так, ну и вот так вот выглядит у нас этот лисенок. Так, что-то я никак не могу попасть. Наверное, все-таки задом наперед. Да, вот эта нога должна быть здесь. Так, и у нас вот такая вот закрывашка. Можно хранить в ней такие вот бумажечки-наклеечки, да? От этого лисенка. Ну что ж, друзья, такой был обзор. Первый обзор на коллекцию «Тролли» к новому мультфильму, выходящему в середине марта 2020 года. «Тролли 2. Мировой тур». И вот такие вот три у нас тролля попалось из 8. И уже на следующей неделе продолжим собирать. Распакуем еще три таких же коробочки с двумя гарантированными игрушками внутри. Пишите, понравилась ли новая коллекция. И уже вот послезавтра мы начнем собирать, как обычно, раз в 3 дня по 7 киндеров. Новую коллекцию, основную в Европе, киндер-сюрприза. Надеюсь, нам повезет, мы ее быстро соберем. Ну и с большой радостью буду ее собирать. Повторюсь, это на данный момент наш самый любимый мультсериал.
И, конечно же, увидев эти афиши, афиши в рекламу, да, Киндера, в магазине были мы в полном восторге. Так что не пропустите. Всем спасибо. Пока-пока.